Всем привет, с вами Спектр Эрик, и мы продолжаем проходить Персону 5 Рояль. Текс, давайте углубляться еще дальше. Нас ждет следующий уровень, я так понимаю. А вот, собственно, и дворец. Ага. Воу. Так-то выглядит довольно стрёмно. Как будто мы не во дворце, а в аду каком-то. Ага, вон спуск. А, слушайте, мы достигли самого дна. Если он, конечно, сейчас не разверзнется, и там еще 150 этажей будет. Какие часики. И клетка. Все, мы наконец достигли самого дна, получается. И это и есть сокровище или главный босс? Причем нам надо завалить вот эту непонятную штуку. Если мы это сделаем, весь метаверс исчезнет. Где-то здесь есть правитель этого дворца, и это не публика. Может быть, вот эта штука и есть правитель? Что бы ты ни было. Давайте. Блин, у нас с маной беда. Предлагаю так, сначала восстановить ману. У нас есть чем ее восстановить? Так, чтобы всем разом. Да. Не, давайте всем. Надо было это сделать до того, как мы сюда вошли, но что поделать, я провафлил этот момент. Поэтому будем просто пинать ее. Воу-воу-воу. Взял лодку, пристрелила так, огонь. Пока слабости не найдены. Так, что по пулям? Тоже ничего. Афис дамаг. Ну-ка, давайте пробуем защитить Моргану от повторных выстрелов. Ай, это не физ дамаг. Так, Моргана, давай хильсим себя. Да сколько можно? Хорошо, а если мы... А, специальный выстрел сделать нельзя. Так, электричество. Так, ну вроде он потихоньку дамажится. Хм.
Что это за крики? Это Святой Грааль. Вот это что такое. И оно подпитывается всеми этими людьми, и оно выхилило себя полностью. И как нам с этим бороться? Ну да, все заключенные дают ему силу. Получается, мы с этим ничего сделать не сможем. Пока мы не отрежем от людей. Ой-ой-ой. Божественный голос. Сокровище разговаривает. Этот голос принадлежит Святому Граалю, который содержит в себе желания и мечты всех этих людей. И тюрьма регрессии представляет собой коллективное желание человечества. Они желают быть скованными, окруженными их сознанием. И отрицают мир вокруг. О, чё, да, знакомые. Я прям даже согласиться с этим могу. Иногда я ощущаю себя вот точно таким же, сидящим в клетке своего сознания. Прям как к психологу сходил для осознания. Возможно, каждый в той или иной степени сможет узнать себя в людях, сидящих в этих клетках. Ну что, теперь все по новой? Да хватит стрелять в кота! Так, мы свет и тьму на нем не пробовали еще, да? Пошел свет. Я так полагаю, у него нету слабостей. Ну, по крайней мере, нету и сопротивлений, и на том спасибо. Хватит хилиться, задолбал. Нам надо как-то отрубить ему способ этого делать. А что со светом? Так, а по тьме у нас... О, кстати, мы можем вот эту штуку бахнуть. Давай попробуем вот так. Да, у него нет слабости ни к чему. Ну и сопротивление тоже. Мы будем просто пинать его. Только это все не имеет смысла. Каждый раз, когда он хилится, у него меняется цвет. А меняется цвет чего? Я что-то пока не догоняю. Цвет чего поменялся? Ну да, тут никаких подсказок нету. Вот он сейчас опять похилится. Там еще вон рука какая-то подозрительная стоит. О, он стал золотым. Цвет самого Грааля меняется, да? Он был темный, а тут он внезапно золотым стал. Ну,
Со всей этой поддержкой, да, нам не справиться с Граалем. Действительно ли этого всего хоть все хотят? А перестать думать и просто направляться, быть направленными Святым Граалем? Мы не можем это признать, принять. Неважно, как больно жить в реальности, нельзя сдаваться, переставать пытаться. Мы не можем повернуться спинами к людям, которыми мы были. Вот для чего мы жертвуем собой. Он сейчас бабахнется, как будто бы. Эта штука нас убила. Что-то подозрительное произошло. Какое-то слияние. Моргана. Ты мой. Может быть. Я вспомнил теперь все. Давай нам расскажи, нам тоже интересно. Нас из Мементоса выкинуло? Почему нас выкинуло? Нас Святой Грааль выкинул. Почему дождь красный? Ой, вот это вот сейчас не очень хорошо все. Мементос прорывается в реальность, или мы все еще в Мементосе? Вот что он имел в виду под слиянием. Он сливает эти два мира. Люди и не против. Люди ничего этого не видят. Он Саджира видит. О, я, она тоже все видит. И Вай. Шифуми. Видимо, все, с кем у нас 10-й ранг, те могут это увидеть. Такими. Сая. Неужели они этого не видят, да? Парнишка. Да, получается, все, кто с кем у нас 10 уровень, все это увидели. Но обычные люди этого не замечают. Кайто,
и обсуждают всякие обычные вещи. Так, что-то футабу начало крыть. О, Аню накрыла. И Хару. Всех нас. Что же делает Святой Грааль? Почему мы исчезаем? Почему мы исчезаем? Мы исчезаем из сознания человечества. Мементос и реальность стали едиными. Те, кто исчезают из сознания людей, те не могут существовать нигде. Рьюджи. Оу. Мстители Война Бесконечности готовили нас к этому моменту. Не плакать. Они вернутся. Так. Это не твоя вина. Остались только мы. В нас не верят. Нас никто не верит. 0%. Мы просто исчезли. Так, ну, по крайней мере, мы пока еще существуем у Игоря. Что случилось? Собственно, это как раз и есть то разрушение, которое мы должны предотвратить. Мы должны заплатить за свой проигрыш. Ты будешь казнен. Может, почему-то его помощницы не очень одобряют это решение. Вы серьезно? Мы действительно собираемся убить его? Это только его вина, что он проиграл игру. Вы же были моими помощниками. Где мои помощники? Чё? Оу. Мы сломали свою клетку? Я
То есть нам надо подраться с девочками и Игорем, отстоять свою жизнь. Оу. А почему мы не можем двигаться? Они будут просто нас напинывать? Даже без возможности как-то защититься? Нет, это неправильно. Наш долг не убить его. Каролина. Что? Ты что, сомневаешься в себе? Разве у нас какое-то другое дело есть? Мне кажется, я приказал вам казнить его. Что-то не так. Но мы же стражники. Реабилитируют заключенных. Что? Что-то в моем разуме. Наша истинная задача не убить, а помочь. Я тоже слышу этот голос. Пожалуйста, помоги. Я где-то слышал его и раньше. Кто ты? Кто? Да, мы те, кто желаем тебе истинную реабилитацию. Мы не палачи. Это та правда, которую мы забыли. Мы решили. Мы не будем отказываться от человечности. Твой правый глаз и мой левый глаз. Но если они одинаковые, только отраженные. Мы наконец-то вспомнили. Нас разорвало на части. Мы были одним целым. Игорь оказался злым, злодеем. Давай соединимся в нашу истинную форму. Мы дадим тебе последнюю работу. Будь благодарен и послушным. Ты должен слить нас вместе своими собственными руками. Вот раз ты вернешь нам одолжение за то, что мы помогали тебе все это время. Вот теперь слей нас. Соедини. А Игорь даже мешать нам не будет. Он просто будет смотреть, как мы казним девочек. Да, они там сами себя закутали. Они собрались в единую девочку. Даровки. Меня зовут Лавенза. Я была разорвана на части злобной волей и приняла форму этих близнецов. Я должна была помочь до того, как мое тело разорвали. Это та самая бабочка, которая приходила к нам. Если мы потеряем тебя, то путь к Святому Граалю будет потерян навсегда, закрыт.
Вот почему ты должен найти правду. И, пожалуйста, спаси нас. Я верила тебе. Тебя. Я знаю, что ты сможешь пройти так далеко. Ты тот, кто взял имя моего мастера. Твоя ложь больше не пройдет. Это не Игорь. Все это время это был не Игорь. Что ты такое? Ну, все это время это был Святой Грааль, принявший форму Игоря. На самом деле, я бог, который представляет собой желание людей. Он теперь пришел уничтожить человечество. Действительно был заключенным, который не надоел мне. Десятый ранг. Я могу предложить тебе заключить сделку со мной. Что ты имеешь в виду? Мы можем обратить мир вспять. Если я соглашусь, то разрушенный город вернется в норму. Но, тем не менее, люди останутся в ловушке, без своих возможностей думать самих за себя. Мы можем согласиться, я так понимаю, на этом игра закончится. Но мы откажемся. Естественно, мы откажемся. Мы будем противостоять Игорю. Здрасте. Это что такое? О! Это настоящий Игорь? Нет. Голос вообще другой. Добро пожаловать в Вельвет Рум. О, это настоящий мастер Вельвет Рум. Это будет трудно понять тебе это все за раз. Фальшивый ушел, реальный вернулся. Мой мастер вернулся, и ты выиграл противостояние против искушения злобного бога. Значит, все-таки, возможно, ты сможешь спасти этот мир от разрушения. Но ты не справишься с этим в одиночку. Должен освободить своих тиммейтов. Это место существует между с нами и реальностью, разумом, материальным вещами. Они все должны быть где-то здесь. Нам надо их найти и освободить, и собрать свою команду обратно. Что ж, давайте искать своих друзей.
Кто бы мог подумать, что нам дадут возможность здесь свободно побегать. Ой, подожди. А, вот это была наша клетка. А номер у нее нулевой. Хм. В этом есть какая-то логика. Так, ну давайте проверять коридоры все. О, мы нашли Макото. Неужели мой дух восстания покинул меня? Я до сих пор не уверен, что дело с Граалем. Поверь сама в себя. Я пойду против всего мира. О, а вот ее и костюмчик вернулся. И клетка открылась. Вот нас уже двое. В общем, она будет стоять нас здесь ждать, пока мы откроем клетки всем остальным. Так, это пароход. Ну вот здесь, значит, кто-то должен. О, тут Футаба. Здорово. Ну, снаружи Вельветрум. Ты выросла, соответственно. Как по мне, все выглядит точно так же, но что ты хочешь? Ты прав. Я не хочу убегать от своей жизни. Я убегала от смерти матери так долго. Я не понимала этого. Все было слишком болезненно для меня. Но я не хочу снова оставаться в темноте. Вот почему моя персона немного особенная. Потому что я хочу узнать правду. Вот что я действительно чувствую. Вот и Футаба вернулась. Так, она тоже будет стоять ждать, пока мы разберемся со всеми остальными. Так, идем дальше. Кто у нас вот здесь будет? Тут у нас Рьюджи сидит. Эрей, кто-то не надо, да, ро. Я.
理不尽に苦しんで悲鳴上げてる連本当の本当は俺らのやってきたこと。 答えが分かんねえまま死ぬんだって思った時、初めてはっきり感じたんだ。俺たち本当は正しくなかったんじゃってよ。だから負けたんじゃねえかってよ。お前はよく勝つも俺のし<笑>そうだ。自分みたいな思いを Так, и Рьюджи готов сражаться тоже. Кто у нас еще стали? Сяни, Юски, Ару и Моргана, да? Еще четверо. Так, он будет нас здесь ждать. Тут ничего. Вот чья-то клетка. Тут у нас Юсаки. Здоровья. Он тоже, как всегда, грустен. И нам нужно его вдохновить, поверить в себя снова. だが、いいだろう。心地よさだけが芸術ではないよ。Молодцы, Юсуф. レオを言わせ、やはり。あ、俺はいか。で、制覇。Аня, Хару и Моргана остались. Где они могут быть? Лева. Танондасо. Тут нет. Так, это у нас Аня. Сука, ты готова? Шибуя. Йовай, хонтоно, кайтодано. Она страдает, что она так и осталась слабой, которая и была в самом начале. Ну, напомнили о Шиха, и сразу у нее появились силы бороться дальше. Так, значит, с того края должна будет быть пару. Хару не боялась умереть. Она тоже понимает, что больше не должна сдаваться.
А все получается, мы всех собрали, Моргана только остался один. Моргану мы не нашли пока что. Вы хотите увидеться с ним? Конечно, мы хотим увидеться с Морганой. А вот и он. Я был рожден здесь. Моя задача была найти Трикстера и помочь ему победить зло. Вот почему я был создан здесь моим мастером Игорем. Я наконец вспомнил все. Святой Грааль, Бог. И он является ядром Мементоса сам по себе. Сокровище стало богом, потому что люди желали, чтобы ими кто-то правил. Сложно. Ваш реальный мир уже был полностью слит с Мементосом. И вы не существуете, потому что люди отрицают подсознание фантомных воров. Все еще есть надежда. В общем, нам надо пойти и завалить бога. В целом, сейчас этим и займемся. Теперь мы можем отсюда выбраться. Давайте выбираться отсюда, да? Ой, кстати, это что самая запертая дверь? Мы вышли в Сибую.
Миром. Корева ташка. Аказно то. Со. Докубоно шоутайва. Соеба. Кононакаде умаретатте иттетамононе. Мате ё, нака ни иру моттомо кикенна тайзайнинте. Ё, а коиц даттатте кото га ё. Джокер ва табун. Зутто май кара. Аксин но чаак на ю. Кондай. 人間の精神を育むためのあの野郎の巣。メメントスの名。っていうか、モナ。光。ん、светишься。ナ、наверное、потому что мои воспоминания вернулись。Я знаю, что я должен делать。А, они нас видят. Они фантомные воры. А, люди о нас вспомнили. Ключ к надежде. В этот дворец нам надо влезть и завалить Святой Грааль. Окей. У нас по персонам. У нас, в принципе, о. Я так понимаю, это и есть последний дворец. Тут у нас что такое? Еще одно сокровище. Ну, Хару себе топор помоднее нашла. Что-то впереди. Сейчас у нас кто-то нападет. Здорово. Что ты такое? Архангел. Опять ангелы мешаться нам сейчас будут. Какой-нибудь этот Михаил или Рафаэль, или как тебя там звать. В любом случае, умри. А вот эти, по-моему, они ветра боялись, да? А, они тьмы боялись. В любом случае, ловите ветерка. Так, а что у нас по тьме? Эти две слабые, а он нет. Ага. В любом случае, получай. Это ангелы. О, один ангел подмерз. А, Юски еще и физдамаг отбивает. Неплохо. Так, а что мы на нем еще не тестировали? Огонь, электричество. Эти две мадамы кончились. Так, огонь и электричество, да? Лови электричество. О, он опять ангела вызвал. В этот раз ограничился одним. Опс.
утилизирован. Так, а у нас есть темная атака одиночного формата? Нет. Давай убьем ее красиво. Крылья за крылья. Блин, она все еще живая. Умри. Ах ты дрянь. О, вот это удобно. Вот так вот давай сделаем. О, вот это прям хорошо. Люди начали видеть все, что происходит с городом. Они осознали, что их жизни в опасности. Мы тем временем будем продолжать наше восхождение. Так, нам надо понять, как нам вообще туда забраться. Так, вы боитесь электричества и тьмы. Тут и так все нужное оставляем так. Продолжим. Блин, не успел я ее ударить, но хоть увернулись, и на том спасибо. Ух ты ж, господи. Что-то такое. Главное не пулями, не вручную, и не светом с тьмой, правильно? Да. Так, а атаки у нее лед и физические. Хорошо. Гори. Моргана подмерз. О, заморозили. Ну-ка, давай шоу-тайм устроим. Это сейчас хорошо было.
Где мы его подожгли, или мне кажется? Нет, горит. Отлично. Мы справились с ним. Так, и давайте-ка мы похилимся. А, ничего не может. Макото может. С маной потом разберемся, но хотя бы по здоровью у нас все ок. О, сейчас следующий ангел на нас напал, или это тот же будет? Не, следующий ангел. Который не будет хотеть пускать нас. А, блин. Мне нужна Аня, чтобы снять с него бафы. Давай вот так попробуем. Аня. Нет, на одному не интересно. Давай на всех. Ха! Сам себя долбанул. Ну-ка, давай, убирай с него все бафы. Нефиг ему. Опять бафнулся. Свет он блокирует. Но по морганию он мажет. Молодец. А хорошо, если свет ты блокируешь, то как ты относишься к тьме? В целом нормально. И огонька добавим немного. Лови немного чистого дамага. Как-то не помогло, это не сильно больше нанесло урона. Давай, умирай уже, задолбал.
О, вот и все. Сейчас надо ману восстановить нам. О, люди начали исчезать, потому что о них начали забывать. Или их перерабатывают каким-то образом. Так, где там наш кофе, который мы в таких бесконечных количествах готовили? И... Все, мана восстановлена. Можно двигаться дальше. Ай, блин, я промахнулся. О, члены. На нас напали члены. Воющие члены. Я не помню, против чего. По-моему, они должны бояться все света. А. Внезапно кто-то из них испугался. А, вот эти мелкие члены испугались льда. Немного ветерка добавим. И огонька. Блин, а тот всасывает огонь. Нехорошо. Так, где там свет был? Лови. Нет, он резистит свет. Нехорошо, нехорошо. Пули он блокирует. Я с этим ничего сделать не могу, да? Мозги промытые. Воу, 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 воу. О, Аня откатилась. Блин, огонь он всасывает. Зачем? Зачем я это делаю, дурак? Ой, боже. Аня, тебе надо заменить на кого-то более полезного. Что по ядерным атакам? Во, вот так, хорошо. О, член замерз. Блин, если мы окружены, мы не можем поменяться, да? Ну ладно, хлещи его. А, он сам себе мозги промыл. Ух. Было больно. Но опытом и неплохо так с него срубили, однако. Опять он. Кстати, а у нас такого не было еще.
Чё по электричеству? Ничего. Ну-ка, давай вот так попробуем. Тьму он блокирует. Значит, мы только психическую атаку осталось на нем проверить. О, а этот слаб к ветру. Замечательно. Так, Аня, ты, пожалуй, поменяйся с Фару. Что если этот член на колеснице здесь катается, Аня нам не поможет совершенно в этом деле. Так, а психические атаки он отбивает. У него нет слабостей. В целом, ладно. О, следующий этап. Следующий ангел, который будет мешать нам пройти. Что они с каждым разом, они все более высокие и светлые. Мадама, пожалуйста, умрите. Ничего. Ну, наверняка у нее тоже слабости нет. Ее просто надо брать и пинать долго и упорно. Без дамаг она блокирует, я понял. Ауч. Че по пулям? Пули не блокируют. Давайте проверять по чуть-чуть по одному. Свет. Блокируется. А, слушайте, физдамаг она не заблокировала в этот раз, а почему? Ну да ладно. Какое? А, огонь, электричество. Пошел огонь. Нормально. Бам. Да бо, сейчас там Хару сейчас отъедет. А, это светлая атака. Вот, вот почему. Так, давай выхилим Хару. У нас есть кто-нибудь сопротивляющийся? Вот так давай. И мы будем бить ее так полгода. О, шоу-тайм. А, мы не проверяли тьму на ней, кстати. Что будет? Нормально. О, Моргана хочет помочь, давай. Вырубай ее как следует.
О, мы ее даже уронить умудрились. Прекрасно, прекрасно. Но все никак помереть не может, да? Ауч. О, наконец свой футаба проснулась. 100 лет уже нам ничего не помогало никак. Господи, сгори уже, сраный ангел. Оп, мы ее сдули, отлично. Люди все больше и больше паникуют и исчезают на ровном месте. Нам надо торопиться. Так, я думаю, надо чутка хильнуться вот так. С маной вроде пока все ровно. Не, не хочу с вами драться. Можно я просто мимо пройду? Спасибо, спасибо, спасибо. До свидания. Ну, это наш босс финальный. Вперед. Будем побеждать его. Да боже, опять. Очередной сраный ангел. Еще больше и еще светлее. Я понимаю, это босс среди ангелов. Ну давайте опять выяснять, чего он боится. Так. Так. Огонек. Ой, он тоже любитель призывать ангелов. Учтем-с. Еще поморозим всех. А, технично? А давайте технично их ударим. Ну, даже одна кританула, и вы смотрите, как мы сейчас повторим маневр. Давай, Харо. Сделай красиво. Ну, минус ангелы. Ха, сам себя долбанул, лох. Еще немного огонька добавим. Ага, светлые атаки он блокирует. Ауч. Джокер замерз. Ну, мы его согрели. Видишь, я тоже так умею морозить. Может, попробуем свет... Алмайте атака его. Он
Ой-ой-ой. О, Хару созрела на шоу-тайм. Блин, 298 всего. Смеешься? Ну-ка, чё по тьме? А, тьму он нормально воспринимает. Опять сраные ангелы. Юсуки, нам надо тебе ману восстановить. Так, насчет небольшого бума. Это нехорошо. Чего? Она восстановила ему всю здоровье? Чего? Умри, мразь, за такое. То есть мы столько сил потратили на то, чтобы его дамажить, и она его полностью выхилила? Дрянь. Просто умри. Она еще ему и защиту апнула. Нам нужна Аня снимать с него бафы. Так, Аня, вот она. Снимай с него все бафы. Шлюш и ангел уничтожен. Так. Теперь надо все эти бафы с Ани снять. Немного концентрации. Давайте попробуем, я не знаю, вот так его долбануть. Он опять этих шлюх призвал. Блин, по одной она аж промазала. А, не, ну что за дела? Неплохо, ладно. Нет, ну вот так давай. Крылышками помашем. Аня, давай-ка еще раз повторим маневр с концентрацией. Пожалуйста, только не выхили его.
вздумай. Как вы мне предлагаете с этим бороться? Каждый раз все по новой. О, мана восстановилась. Капец. Господи, хватит уже дебафа тяню. Сколько можно? Так, Юски созрел для нового шоу-тайма. Немного хила. Опять сучьи ангелы. Надо от них избавиться быстрее, вперед в очереди. О, они, кстати, обе подгорели. Техничного дамага. Блин, эти твари все еще живы. Ура, ура, ура! Мы избавились от них. Это значит, что товарищ ангел у нас без защиты сейчас. В смысле, его никто не бафнет снова. А, у него нету. Ну и ладно. В общем, если мы будем утилизировать ангелов можно быстрее и эффективнее, то у нас все получится. В целом пофиг. Лови огня. Ау. Неприятненько. Так, Аня, давай концентрация. Ну, Футаба тут решила. Ой, вот это вот прям вообще молодец, Футаба, то что надо. У меня, кстати, там же был вроде огонь помоднее. Где он? Вот тут. Титаномахия. Вот так вот. А, промазал по всем. Лох, сгори за это. Вот,
последний момент с ангелами. Если он сейчас их опять если мы сейчас опять не успеем, будет все плохо. Успеть во что бы то ни стало. Ну, либо убить его вперед ангелов. Блин, надо было ж тьмой сначала долбануть их. О, а мы убили его. Так даже лучше. Господи, умри, тварь. Ух. Это было долго, нудно и печально. Брейв Блейд. Колоссальный физдамаг одному. Да, давайте его возьмем. А, вот так. Путь во дворец открыт. Там бы это, сейф-рум какую-нибудь бы поиметь, нет? Последний шанс приготовиться. И мы это... О, мы можем сохраниться. Давайте тут сохранимся. И на всякий случай еще и тут сохранимся. Что ж, а на этом наша серия подходит к концу. Спасибо, что вы были со мной, и я надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.